Relictum Pro – блокчейн пятого поколения, последнего. Мы разработали полноценную распределенную платформу и на 100% надежную электронного обмена данными во всех параметрах человеческой жизни. А концепция Relictum Pro Relictum Pro – это блокчейн последнего поколения, который имеет все необходимые фундаментальные и достаточные условия для обеспечения работы четвертого поколения блокчейнов. Криптография. У нас есть собственный алгоритм шифрования. Сеть. У нас есть собственный принцип взаимодействия узлов между собой. Смарт-контракт. У нас есть собственная лаборатория для всех умных контрактов. Relictum Pro – это идея. Relictum Pro – это блокчейн последнего пятого поколения, который имеет все необходимые фундаментальные и достаточные условия для обеспечения работы четвертого поколения блокчейнов. Relictum Pro – это стабильная монета RLC, Relict Coin. Монета, которая не подвержена внешнему экономическому и политическому влиянию. Основана на сложном математическом алгоритме, исключающем инфляцию монеты. Наша команда состоит из 5 айтишников и бизнес-экспертов. Это Александр Стринг, Франко Фиори, Джордж Себастьяно, Матиас Менде, Николай Сипенко. Прикоснись к будущему. Relictum Pro – это первый глобальный блокчейн-сервис, обеспечивающий наилучшее использование современного оборудования, закладывающий основу для будущего. А теперь детальнее про блокчейн 5. Новое поколение блокчейнов 5.0. Relictum Pro – это полноценная блокчейн-платформа, способная работать как в частном, так и в публичном доступе для государственных, коммерческих и частных предприятий. Три основные преимущества Relictum Pro. Это совершенно новая архитектура для строительных блоков в цепочках и их взаимодействия с n-мерными смарт-контрактами. Кроме того, мы внедрили новый тип сети и создали собственные алгоритмы согласования. Доказательство консенсуса. Уникальность нашего консенсусного алгоритма заключается в том, что в его максимальной защите от столкновений, 51% защиты от атак и сопротивления квантовому компьютеру. Relictum Pro. Прикоснись к будущему. Регистрируемся вот тут по ссылочке. Вводим ваше имя, имейл, пароль, выбираем вашу страну и регистрируемся.